дистанция была довольно сложная и с горочками, все как мы любим. Грязь, очень много пота, отличная компания, но мы, самое что главное, получили уйму удовольствия и обещаем вернуться сюда завтра уже на 20 километров. Трассы. Я не бегал по таким сложным трассам. Пробежал за хорошее для меня время. А я в следующем году еще хочу приехать сюда, чтобы пробежать уже не 1 километр, а 3 километра, чтобы попробовать, как это. Галечка за Озерье – это очень крутое мероприятие, которое дает заряд энергии на многие-многие годы вперед.